В Самаре прошел финальный этап конкурса юных чтецов. 85 школьников со всего региона сошлись в литературных баталиях. Ученики представили короткие фрагменты из произведений, которые не входят в стандартную школьную программу. В этом году от самарского региона заявки подали порядка 5000 детей. Победители будут представлять область в лагере «Артек» в мае.